Татьяна Гусарова, дневник Тани Савичева. Декабрь. Ленинград. 41. Война. Притихшая Таня сидит у окна. Цветной карандаш в тонких пальцах дрожит. Труп старшей сестры на кровати лежит. Девчушка досель не вела дневников. Но Женя скончалась в 12 часов. До Нового года всего за 3 дня. Как страшно свисает с нее простыня. И бабушке плохо. Уже не встает. От голода лютого тоже умрет. И выведет Таня дрожащей рукой. Январь. 25-е. 42-е. На Адмиралтейском работает брат. И ночью, и днем. По 2 смены подряд. Чтобы город родной от врага защитить. Но в марте пришлось и ухарить. Опять Таня пишет ослабшей рукой. Пролег. И дату. И 42-й. Лишь кожа до кости. Почти что скелет. Железную волю. В 11 лет. В апреле 2 дяди. Одним за другим. Как жутко в холодной квартире одним. И как вот снова слова на листу. Про дату и время. Всего 100 строк. Блокадную сагу ребенок ведет. Боится. Вдруг мама. Нет, нет, не умрет. Она же Мария. Господь, помоги. От смерти родимую береги. Блокадная сага из нескольких строк. 6-я глава. Буквы наискосок. Рука не смогла написать, умерла. 13-го это было число. Вновь девочка пишет. И запись страшная. Все умерли. Таня осталась одна. А после подальше дневник уберет. И мертвую мать в одеяло зашьет. Из страшной квартиры захватит с собой венчальные свечи с венчальной фатой. Еще 6 свидетельств о смерти возьмет. И тихо в историю нашу уйдет. Дневник в Ленинградском музее лежит. В нем каждое слово на батом звучит. Нет, бьет. Умерла, умерла. Лишь несколько строчек, скупых, как смог. Мой прадедушка Алексей Иванович Цымбалюк был участником боевых действий Второй мировой войны. В одном из боев он со своими товарищами попал в окружение врага. Это была болотистая местность. В окружении они были больше недели. Но им не удалось выбраться из окружения, и они попали в плен к противнику. Спустя время пришли наши войска и освободили пленников. Но на этом история моего прадедушки не закончилась. После освобождения всех побывавших в плену отправили в ссылку на север в город Воркута, как предателей Родины. Там они пробыли до тех пор, пока в стране не начался период амнистии, то есть доказания невиновности людей. Мой прадедушка был оправдан, ему разрешили вернуться в свой родной город. Именно это он и сделал.